морской окунь в духовке. Я сразу убираю вот этот животик, она мне не нравится. Вот она, смотри. Ножницы легче. Можно сказать, до хребта, вот так. Одну чайную ложку кориандра, два чайные ложку сладкий паприка, одну чайную ложку тархун сухой и также одну чайную ложку вот, приправы для рыбы. Вот она. Окунь со с двух сторон. Вот так. Наша гарнир. Пшеница, да? Да. Вот такая у нас. И обязательно, ребята, вот так. Не чувствую, что это окунь. Это очень вкусно и не хуже, чем семга.